Стартовой точкой обхода стала площадь перед Домом культуры совхоза «Россия». Многие годы он стоял заброшенным, в преддверии Олимпиады был капитально отремонтирован. В порядок были приведены и все прилегающие территории. Практически вся Меретинка входит в городскую зону гостеприимства. Масштабное приведение к единому архитектурному облику, новые инженерные сети, отремонтированные социальные объекты и дорожная инфраструктура – все это позволило долине стать одним из самых благоустроенных районов Сочи. Но созданную инфраструктуру необходимо поддерживать в должном состоянии, иначе она быстро начинает ветшать. Сердце кровью обливается, когда видишь, что то, что делалось неимоверными усилиями, оно просто погибает. И я надеюсь, что наши жители, которые, по сути дела, от государства и от муниципалитета бесплатно получили возможность жить в нормальных условиях, все-таки будут жить в нормальных условиях, приведут в порядок свои дома, отремонтируют фасады, кровлю, там покрасят ее, где это нужно будет. Пришлось выслушать претензии Анатолия Пахомова и руководству Адлерского района. Крышу и фасад Дома культуры необходимо подкрасить. На пустыре рядом обустроить бесплатную парковку, остановочные павильоны отмыть от дорожной грязи и привести в порядок. Привлекли внимание мэра и стройки на улице Нижняя Меретинская. Как выяснилось, практически все они ведутся с нарушениями. По каждой из них мэрия подавала иски в суд. Но даже несмотря на наложенные судами аресты, строительные работы продолжаются. Это, по мнению главы города, говорит о попустительстве со стороны надзорных органов. Я надеюсь, что прокуратура города Сочи отреагирует на бездействие тех органов, которые не выполняют наши совместные решения. По результатам обхода Анатолий Пахомов отвел месяц на устранение выявленных недостатков и заявил, что лично приедет проверить, выполнены ли его поручения.